Ай, Володенька, а ты помнишь тот старый замечательный советский анекдот? Заходят два пенсионера в бар. Ну как же, Константин Сергеевич, такой анекдот, не помню. Замечательный, чудесный анекдот. Только он тогда звучал куда веселее. Это почему? Теперь вот этот анекдот можно сказать про нас с тобой. Ты мне это брось, Пенсия – это новая жизнь, новые возможности. Надо их только вовремя разглядеть и правильно употребить. О, за этим мы пришли. Верно! Причем не камчатский, не сахалинский,
Приморский гребешок. Вижу, правда. А что-то я не пойму. Константин Сергеевич, да. А зачем ты мне вот эту всю кулинарию здесь преподаешь? А затем, Володенька, чтобы ты свои оценочные суждения на меня не переводил. Переведи. Ну, если просто, то все в этом мире относительно. И относить. Относительно или не относительно? А вот если что, молодуха с тобой на свидание не пойдет. Но это еще вопрос, кто с кем не пойдет. И потом, я же женат, не забывай. Да? Да. Будь ты три раза, нет, пять раз холост, молодуха тебе отставку даст. Ты так думаешь, да? Знаю. А вот спорим на 5 литров крафтового, что я любую красавицу в этом зале на твой выбор. На свидание приглашу, и она согласится. У тебя сам факт согласия, Баш. Ой, не смеши. Именно сам факт согласия. Но только ты его... Да, не получишь. Напрасно смеешься. Я, например, уверен в обратном. Вот только главное, чтобы она незамужняя была. Тут у меня пунктик. Ух ты, пункт. Да. На 5 литров, говоришь, пенного. Что, испугался? Да. 6 литров. Вау! Да! И причем разных сортов. Ладно. Да. По рукам? По рукам. Прошу! Я? Да. Себе не вам, перебора не дам, но, Константин Сергеевич, для вас. Как для себя. Ой, раз благодарю. Как много девушек хороших. Как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит, врача покой сон. Когда влюблен. Нет. Любовь нечая, она нагреет. Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Хорошо. Там слабо. Смотри и учись. Учусь. Я постоянно учусь. Давай. Сердце, тебе не хочется покоя. Все, сдулся. Сдулся, все. Передумал, а? Слабо? Да не, Володенька, просто такая дама. Подготовки требует. Тут мочать надо вспомнить. Ишь ты, мочать. Можете на минутку? Да, кстати, Сергеич. Малыш, в вашем заведении какая-нибудь ритмичная музыка типа рэпа есть? Для вас найдется. Спасибо, солнышко. Я давно уже изобрел систему, методу. Знакомство с прекрасным полом в барах. Давай. Музыка! Благодарю вас, благодарю. Любезность. Смотри. Смотрю. И учись.
учись. Учусь. Добрый вечер, я Константин. Я Константин.
Я могу даже вот паспорт показать. Константин Сергеевич Голохвостов. 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 Да. Ну теперь, сударыня, вы понимаете, что ошиблись, а? Да, я понимаю, что ошиблись гораздо раньше. Ты что говорил? Ты какие клятвы давал? Я вернусь, а сам ты не человек. Ты терминатор. Ты не человек. Катерина! Что, Юрочка, или как там тебя? Я так сильно изменилась. Совсем не изменилось со времени нашей последней встречи. Ты о внешности? Да. Внешность бывает обманчива. Разве ты не знаешь? Нет, это я как раз знаю. Но как? Как ты умудрилась остаться такой же, как тогда, много лет назад? Догадался, проклятый. Нет. Всегда был смышлен. А вы разве не заметили, что я не отбрасываю тень? Опа! Ну, а если серьезно, то это случилось все из-за той коробочки, которую ты, дорогой, мне оставил. Как о коробочке? Да, как о коробочке. А! Ну, судя по тому, как ты сейчас выглядишь, это был мой портативный биовременной синхронизатор. Наверное, зеленая коробочка такая. Ну да, зеленая коробочка с лапочкой. Да. Да нет, этого не может быть. Этого не может быть. Потому что даже я, несмотря на свои две докторские диссертации по хронодиагностике, не смог запустить этот прибор. Как это тебе удалось? Достигать упражнением. Чего? Того, не я запустил его. Витька запустил, когда подрос, как раз в 5-й класс. Пошел и... Подожди, какой Витька? О, ну что, не помнишь? Сыночка мой, Витенька. Ты выше 3-колесный велосипед собирался купить. Витенька, сыночка, велосипед. Да. А! Подожди, а он что делал? Я не знаю. Полярность там поменял. Я в этом не разбираюсь. Полярность поменял. Леха, макарек, полярность. А потом что было? Ой, что и было. Прибегает он на кухню. Да. А в руках у него коробочка твоя трясется, свистит, звенит. Мама кричит, смотри. Ну, я коробочку выхватила. Ага. Витьку на дверь вытолкнула. Ага. Испугалась, разозлилась. На тебя еще тогда спасибо. Думаю, Юра удружил. А коробочка твоя еще светиться начала. Все сильнее и сильнее. Потом... Бах! Северное сияние.